магазинах появилась совершенно непонятная для меня вещь. Зерновой виски. Он стоит в Винлабе 2700 или 2800. Ну, хотя очень такой аромат. Ароматный, а вот как раз обсерватория у нас менее ароматная. Ты не находишь? Они разные. А обсерватория помягче на вкус. Не так, чтобы прям такая яркая, кардинальная, но разница в них есть. По ароматическому профилю вот это на самом деле похоже на топовый, на лучший канадский виски, например, там на Crown Royal. И вот на самом деле, если бы мне дали вот так вот вслепую вот это попробовать, я бы сказал, что, наверное, скорее всего, это какой-то хороший канадский виски. И самое смешное, что реально нигде в мире вы не найдете за 20 лет выдержки за 2800, да, нет таких вискарей за 2800 20-летних.